Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня это выкраивание полотнища платья. Мне сказали, попросили солнышко, но солнышко на платье это будет слишком большое, поэтому я предлагаю четверть солнца или же полусолнца. Итак, вот это у нас полотнище само. Представим, здесь 140 сантиметров, а здесь уже по длине, которую у вас есть. Мы, как нам нужно ее вырезать? Смотрите, берем мы кончик и вот так вот складываем. Вот так. Видно, надеюсь. Складываем. Вот это у нас выкроечка. Выкроечка нашей кокетки. Мы вот так вот по половине раскладываем линия к линии. И мы в итоге получаем вот эту вот линию. Эта линия же мы здесь где-то 7 сантиметров оставляем на сборку, если же хотим со сборкой. А остальное мы вот так вот на ровное число отмеряем. Например, вот так вот. И вот здесь вот нам нужно оформить нашу пройму. Длину нашу мы должны сделать одинаково. Смотрите, мы не имеем права делать длину больше. Здесь в нашем случае 50, так как это маленькая. А вы смотрите у себя, начиная от этого, например, вот 50. Ставите точку ровно по этой линии. То есть расход ткани на такое платье, оно громадное. То есть очень большой расход ткани мы получаем. Если же вы здесь не хотите сборку, если вы же здесь не хотите сборку, вы можете приподнять именно вот так вот. Это поднимает еще на где-то 20 так сантиметров. Вы можете ее вот так вот оформить. И здесь же можно вот так оформить нашу пройму. Вот так вот поднимается. Сейчас я вырежу ее без сборки сначала. Но тематика одна и та же. То есть, как выкраивать, одно и то же. Это по переду. И в итоге вы получаете вот такую вот ткань. Так вот подставите выкроечку, и вот это вот будет спадать фалдами, так вот, и вы получаете такую вот расклешенную нашу нижнюю часть платья. Вот так подставлю. Вот. Сама собой она же не будет вот так стоять. Она вот так вот перейдет в линию бока. А эти фалды будут по низу. Это у нас передняя и задняя части будет в форме полусолнца. Вот так вот добавится, будет полусолнце. Потому что солнце, уверяю вас, это очень слишком... огромный расход тканей.
теперь вырежу на то, что у нас будет со сборкой. Линию проймы оформляю. И вот эта вот часть, где у нас остается, здесь по сантиметров 7-8, мы убираем сборку. Как делаю сборку? Конечно же, уже раз мы знаем, как собирать, уже прекрасно все знают. Вот такая вот выкречка у нас получается. Сейчас покажу по задней спинке, как нужно также выкраивать. Мы также берем дальше, продолжаем. Тоже сворачиваем, накладываем нашу выкручку, которая у нас уже имеется, то есть переднюю часть, чтобы не спутать нас с длиной, саму длину платья, которая у нас есть, которой мы не имеем права дальше двигаться. Вот так вот. Теперь кладем нашу заднюю часть. Теперь мы берем нашу заднюю кокетку. Вот так вот тоже подставляем. Оставляем место для проймы. Так вот подрисовываем. Спускаемся на пройму. И вырезаем. Такая задняя часть у нас получается. Это для задней части. Это для передней. Сейчас обратно вставляю эти сантиметры, которые мы врезали. Вот так вот. Это со сборкой, то есть это без сборки. Собираем ниже. Это получается со сборкой. Вот задняя часть, вот передняя. Спасибо за просмотр.